Приветствую тебя, дорогой зритель! Меня зовут Лещенко Глеб, и в этом ролике хочу рассказать про сериал «Ход королевы». Данное произведение рассказывает о девушке-шахматистке, которая стремится стать гроссмейстером и вместе с этим преодолеть наркотическую зависимость. Сериал с первой серии не спеша рассказывает историю главной героини, как она научилась играть в шахматы, какое у нее было детство, как у нее появилась наркотическая зависимость. Откровенно говоря, начало получилось тягучим, отчего появляется ощущение, что такой темп будет у всего сериала. Но это не так. Буквально со второй серии нас вовсю погружают в шахматные баталии и еще лучше раскрывают характер главной героини. Что ей движет, почему она постоянно выигрывает и что она делает, чтобы не допустить проигрыша. Аня Тейлор-Джой справилась с этой ролью отлично. И по ходу сериала нам показывают отличные шахматные поединки, на которые смотришь с открытым ртом и переживаешь за исход каждой партии. Отличная съемка, постановка и монтаж таких сцен. Не думал, что игру в шахматы могут так интересно и динамично показать. И отдельный плюс сериалу, что Россию показали в хорошем свете и с уважением. Не стали из страны снова делать злобного врага и показывать алкоголиков с медведями. Большая редкость для американских проектов. И сериал отлично показывает, что нужно делать, чтобы добиться своей заветной мечты и заодно побороть внутренних демонов. Хоть это и сложно, но вполне выполнимо. Рекомендую к просмотру. Эй, спасибо за просмотр. Поддержи лайком и подпишись на канал. Заходи к нам в Инстаграм и слушай наш подкаст. Ссылки в описании. С тобой был Лещенко Глеб и до встречи в следующем видео. Пока-пока.